этот стайл они увидели. Здесь Тайт Хантера. Тайт Хантер вкачал Эмпер Смэш на старт. Кракен Шелл мог бы и спасти. Ну, ФБ в пятером пришли, забрали футбол. Ну так, что, Туск у нас врывается на... точнее, пытается залезть на хайграунд, чтобы хоть как-то спастись. Бимбэма здесь ловят, ману у него минимум. Сайленсер ловит Шейкера. Еще один удар по Шейкеру, кстати. Шейкер может-то и отвалить. Нет, Шейкера 60 кп, он отбивается. И Сайленсер теперь уже настреливает по личу. Здесь реалити. Реалити по ву, и у него нейротоксин второго левела. Понятно, что реалити здесь Леона забирает. Сейчас становится 2-1, и команда Вим уже повела. Ну и он лист саппорт на лоу хп. Шейкер без фиссуры, без фиссуры. Можно и бежать. Ой-ой-ой, как ты задумался-то долго. И врыв двоих теперь от Ноубади. И Ноубади разваливает реалити. Даблкил от Вайпера и заканчивается это все смертью от рук Туска. Ноубади видит здесь Вим реалити, бросает на него айс-шатс. Ну и, кстати, Сноубол уже в приоритете Туска. Наплевывает по Туску, Туск очень жестко по нему. Ну как же так-то? Да, пошел на сайт-шат, сразу же Сноубол, Вайпер тут просто доиграл. Я не понимаю, говоря, мув Вайпера, как и зачем, и почему. Даже тот, кто свалится в матч за третье место, это не будет легко. Да, он был достаточно сильный. Ну что, Ноубади у нас встречает Кенни, и Ноубади здесь развалится. Разгон пошел у нас в Лича, сразу же перестроились на реалити, и... Спирит Брейкер вместе с Сайленсером двоих на миде раскатали. Спирит Брейкер уходит опять на топлейн, ну и достаточно комфортно. На линии Ву против Леона, точнее Ву на Леоне против GT. GT, кстати, здесь-то и убьют. Все, он приземляется, разваливается. И что это было, байт от Леона или не байт, непонятно. Разгон еще один на Кенни, на него врывается Туск, и Туск здесь... Просто руководитель вообще команды соток, где он, там и Эдж. Сноубол пошел у нас по реалити. Реалити еще и Валрус Панч здесь поймает. Ну и здесь просто по приземлению ему смертушка. Бим-бэм без Эхо Слэма. Ой, как удачно был бы здесь Эхо Слэм. Чехомодара на лоу хп. Лич его должен, в общем-то, убивать. Нет, отбивается у нас банка. И не хватает маны на Charge of Darkness. Секунда просто остается. Переключи ПТ, чувак. Это элементарно. Переключи ПТ. Что ты делаешь? Мансит ждет, чтобы куда-нибудь убежать. Ну, пора. Побежал. Добежал. Далеко убежал. Уже на убаде. Еще 2 ТП на подсейпе. Команды Сота. Покатились у нас по личу. Вальдерс Панч есть. Просто на убаде через этот Вальдерс Панч. Панч всех наказывает. Всех без исключения. Он абсолютно плевать. Лич это или гидрокоптер, или это Вайпер. Ну, всех, значит, всех. На еще один. Подкоп еще и по Бимбэму. Айшах туда, и никуда он уже отсюда не денется. Тайт Хантер вместе с Кенни на Личе забирает у нас Туска. У Лича проблемы. Лич на нижней руне здесь, скорее всего, развалится. Так, Хасту произвел у нас Лич и просто сам разбился от Айшах. Дре будет у нас Наоми. На Дреда очень много дэм уже влетело. Тайт Хантер пока еще здесь бедненький, но у Тайт Хантера есть дальше. Хантер здесь будет пить и будет драться, и будет в центре собой. Надо просто вижен. Надо просто вижен. Ну что, пошел у нас врыв Бим-бэм. Сайленс пошел у нас от Сайленсера. Под глобалом пока что рассыпалась два игрока команды V. Наоми делает даггераут. У него есть Ревэдж. Не знаю, будет ли юзать его. Да и смысл, наверное, юзать с Ревэдж. Хотя можно и подраться. Юзни Ревэдж. Перед смертью юзает у нас Ревэдж Тайт Хантер. Ну и реалити так настреливает уже, между прочим. Ну и сейчас, скорее всего, гирокоптер едет. Да, гирокоптер у нас дамажит Чехомодара, и гирокоптер никуда отсюда не уйдет. Он мелочи раздал еще коллективу сотку. Дальше, ну потому что все очень ровно попало. Давайте по крипстате, что ли, скажем. Да и по крипстату, смотрите, один за другим. Просто один за другим. Полетел чайник, Сайленсер плевать. Но это чайник, доминейтинг по Ноубади, его отсюда не отпустят. Ноубади забирает себе Вайпер. 458 голды за него. Врывается Чехомодара у нас. Вайпер. Вайпера надо сейвить. Нет, не Вайпера. Надо было сейвить Лича. Прыгает у нас Наоми. У него нет ничего. Прыгнул. Зачем, спрашивается? Это просто. Между прочим, прыгнул. Наоми, скорее всего, здесь умрет. Дальше Чехомодара побежал на реалити. Бегок в него. Чехомодара здесь умирает. Сноубол у нас в реалити. И Ноубади тоже решил подпить.
Если его забирают, и минус 3 делает команда Вим. Пошла ракета на сот JT, разгон от Учихи. Наоми цепляет Лу, цепляет Ноубади, минус 1 уже делает команда Вим. Разгон продолжается, квадрокоптер, ульта от Медуз. Да не разговаривайте вы вообще, развернитесь, оставьте ее в покое. Орет же и орет. Но здесь Вайпер на хайграунде вместе с Наоми дерется. Но Бади отправляется в таверну. Вим Реалити выживает в итоге в этом пате. Взять у нас Лу. Лу, подкоп по двоим. Но Бади на стомболе врывается. Наоми перед, скорее всего, перед смертью. Да, у нас Рэвэдж. Нет, Наоми у нас по-прежнему живет. И ульта пошла от плеча. Просто стерла в порошок у нас двоих игроков команды Сота. Тайтхантер плюс Ли делает свои дела. Вот. Но при этом как-то организовано 5 на 5, что там драться не получилось. Личу очень больно, Лич пока еще живет, Личу хоть печальник перед смертью. За Личом пошел у нас разгон, он спирит брейкера, врывается бимбэм. Вот этим слэмом и гирокоптер просто всех сейчас расстреляет. Тайтхантера выкинули, он дал Ревэдж, Дред. Всех застопил, заморозил, закаменил. И на этом все, в принципе, заканчивается, скорее всего, для команды СОТ. Чихамандара пытается насветить его от Тайтхантера. Разгон есть, разгон пошел, ракету по нему. Ну и так, вот это, конечно, настреляли. Стоять вообще. Стояночкой. Как же неудачно его здесь закрыли. Мисурой прилетает ракета, бьет по голове. И знает, где находится спирит брейкер. Он пытается сделать апаут. Не получается. Тим Вайп от команды Вин. Не очень они дерутся. И как-то не слишком хорошо все складывается. Ну теперь... Вим уже на коне, они выигрывают 12 тысяч по голде, и они выигрывают 14 тысяч по экспириенсу. На хайграунд, понимаете, у нас Реаль. Наплевывают по Ву, Вальдер Спанч у нас пошел от Нобари. Вайпера развалили, у Наоми нет ульта, но тут как-то Вим не перебаковали. Куда вы полезли вообще? Гирокоптер у нас отдает. Забирайте меня все. Просто бред какой-то. Команды Вим, куда полезли, не ясно, но это отлично. Ну что, скорее всего, Димбэм здесь завалят. Минус 3. Подарки всем и так. Ну и пошел разгон у нас на JT. Знает, где он. JT знает, где его соперник. JT вырубает БКБ. Очень удачно. Вальдер Спанч пошел. Ну и просто размес. Это просто жестяк вообще, что сделали с командой СОТ. Они должны были ворваться, но здесь просто комба на 5 с плюсом отыграна командой ВИП. То, ради чего брали этих героев, сработало вот здесь. Сию секунду и в этом месте. И проигрывают 17 тысяч по экспириенсу. И мне кажется, что скоро эта игра закончится ГГшкой. Ну и пошел у нас заход на последнюю линию со стороны команды Сота. Пошел Global Silence от Only Supper. Но здесь уже все раскатывал Гирокоп. Он вот БКБ, он кулдаун провязал. Медуза пытается настреливать, но она по демеджу немного вносит. Поймали у нас гирокоптера. Полетел чайник еще один. Отличие, минус 2 делает здесь Кенни, по большому счету. Правда, забирает у нас один фраг себе JT. Ну, Лич зашел классно, гирокоптер зашел классно. Вообще вся комба команды Сота зашла очень даже интересно и красиво.